За минувший месяц это уже второе ДТП именно на этом перекрестке. Напомним, что первое происшествие случилось 18 марта. Столкнулись также два автомобиля. Как и в сегодняшней аварии, никто не пострадал. По нашей версии, получается, водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу водителю, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло ДТП. И водитель автомобиля Toyota получил незначительное повреждение в области глаза. В результате ДТП серьезно пострадал Форд, а вот у виновника аварии пикапа отлетела только крышка кузова. Хочется обратиться к водителям. Когда вы передвигаетесь на своем автомобиле, обращайте внимание на дорожные знаки и учитывайте, если вы едете по второстепенной дороге, вам необходимо уступить автомобилю, который движется по главной. Отметим, что за первые три месяца 2019 года в районе зафиксировано 270 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек получили травмы и 6 человек погибли, один из них ребенок. Алена Белозерцева, Антон Карев, новости Великого Устюга.